Здравствуйте. Это снова спорткомплекс «Олимпийский», в котором продолжается чемпионат мира по художественной гимнастике. Когда это незаслуженно, другое дело. Мы сами все видели, к сожалению, к великому сожалению. Ну, чтобы это не было так, чтобы ожидание этой экзекуции не было столь мучительно для всех. Пожалуйста. Команда Финляндия. Если я не ошибаюсь. Да, это не сборная Финляндии. Да, это эстетическая гимнастика. Эстетика. Что-то сразу-то смотрел, вроде девочки похожи на финок. Кстати говоря, воскресенье. В воскресной программе чемпионата мира не только два финала в отдельных видах, в групповых упражнениях. В обоих, разумеется, наши будут выступать и попытаются все-таки выиграть золотые медали, но и гала-концерт. Если вы еще не купили билеты в спорткомплекс «Олимпийский», а такая возможность у вас есть, рекомендую. Мы, конечно, покажем это гала-представление. Ну, вживую гораздо интереснее. Ну, не знаю, не всегда, прямо скажем, но так или иначе в этом представлении примут участие Ирина Чащ, Юлия Барсукова, Ляйсан Утяшева, например. Разве что вот Елена Позявина не выступит, насколько... Выступит? Выступит. Но я должен был уточнить, правда? Да. Одна или в команде? Мы будем в команде выступать. У нас будет номер посвящен памяти Натальи Лавровой. Кстати говоря, да. Хочется этому уделить особое внимание отдельно. Сейчас самое время, мы ждем церемонии награждения, нас ничто не сдерживает. В этом году, к сожалению, весь мир художественной гимнастики понес большую утрату. Двукратная олимпийская чемпионка. Нас было две в мире. К сожалению, Наталья вместе с сестрой погибли. До сих пор в это не верится, и как бы во время выступления нашего не проследиться. Не то, чтобы не проследиться. Проследишься. Сами гимнастки этого не сделали. Потому что, действительно, это просто какая-то, не знаю, нельзя совместить с реальностью. Девочка, я с ней выступала в Афинах, Наталья. Просто замечательная девочка. А пока вы готовитесь к церемонии, ваше внимание на серебряные и звездные чемпионаты мира по эстетической гимнастике команда «Наполнена» из города Москвы. Thank you.